Быстро, безопасно и удобно. С середины июля в поликлинике на Татищево 24 начал работать вечерний прививочный кабинет. Ежедневно за 4 часа с 8 вечера и до полуночи там проходит вакцинацию от 25 до 50 человек. Всего же с начала прививочной кампании в 3-й городской поликлинике сделали прививки более 52 тысяч жителей. Из них более 40 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Только привитое население – это гарантия того самого популяционного иммунитета, который поможет и защитить от заболевания, и даже если мы заболели, то перенести это заболевание в легкой форме. И особенно это актуально для тех лиц, которые входят в группу риска по хроническим заболеваниям и пожилого населения. Максим Артюхин пришел на прививку, потому что считает, что больше нельзя тянуть защиты своего организма от коварной болезни. В стране вновь начался рост заболеваемости коронавирусом. На данный момент все хорошо. Посмотрим. Полчаса сказали ожидать. А Любовь Плетнева прежде всего беспокоится о здоровье детей и внуков. И поспешила на прививку, чтобы не заболеть самой и не заразить своих близких. Тем более многие из них уже вакцинировались. Вот у мужа сестра делала уже здесь, все нормально, она перенесла. Все хорошо, она нас тоже говорит, идите, делайте. Медики, которые уже несколько месяцев занимаются вакцинацией населения, отмечают, что в целом прививки переносятся хорошо, однако могут наблюдаться небольшие побочные эффекты. Это повышение температуры тела. Это небольшой гриппоподобный синдром, но это небольшие головные боли, боли в мышцах, которые в течение 3-4 дней проходят. Сейчас в регионе созданы все условия для того, чтобы сделать прививку от ковида можно было быстро и в удобное для себя время. Пункты вакцинации работают в поликлиниках и в торговых центрах. Некоторые кабинеты принимают жителей области круглосуточно. Во всех случаях перед иммунизацией осмотрит и проконсультирует врач-терапевт. Пройти ее могут все жители региона старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Елена Туманова, Юрий Соколов, Владимир Никитин. Новости Тольятти.